На сцене Александр Тиханович и Едвига Поплавская. Вошел в автобус переполненный и очутился у окна. Спросил девчонку незнакомую: зачем так поздно вы одна? Куда вы едете в автобусе? Хороших много мест на глобусе. А не слетать ли вместе в Африку? Бананов к завтраку поесть. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, какое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, Мне сразу стало очень весело, но я сказала, там жара. А не слетать ли лучше вместе нам? Туда, где холод и ветра. Не приземлиться ли на льдину нам? И с черно-белыми пингвинами там побродить погоду в южную и рыбки к ужину поесть. Какой счастливый случай, какое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. На остановке вместе вышли мы, так ничего и не решив. А вечер серп зажег над крышами и небо звездами расшил. Бродили долго мы по городу и от жары летали к холоду, решив, что лучшее на глобусе то наше место у окна. Какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Надолго по пути. Спасибо, дорогие друзья. Как прекрасно, что мы вновь с вами, а то давно уже не виделись, правда?